Продолжим наш выпуск. Обогреватели – самый ходовой товар в нарьянмарских магазинах. Вместо спасения от июльской жары жители ищут спасение от холода. Столбик термометра в квартирах держит зимние показатели. Котельные уже больше 10 дней не подают тепло в жилые дома и социальные объекты. Когда радиаторы вновь станут теплыми, выясняла наша съемочная группа. Сегодня в обед срочно поехала, купила два обогревателя. Один на кухню для животных домашних и один в спальню, в детскую, потому что дети приедут на выходные от бабушки, а дома холодно. Впрочем, несмотря на непрерывно работающие обогреватели и газовую плиту, в квартире Аллы Карповой градус все равно повышается едва заметно. Плюс 15 у нее бывает лишь в сильные морозы, признается девушка. Но чтоб летом, да еще и в июле, для нее это что-то невероятное. Пока радиаторы не греют, детей временно пришлось отправить к бабушке в деревню. Мы в своей жизни обычно не прибегаем к такому понятию, как пижама. Но в этом году мы купили оба себе по пижаме с длинными рукавами, с длинными брюками и под двумя одеялами, одно пуховое и плед. А чтобы умыться, воду Алла нагревает на огне в ведре, как в старые времена. Впрочем, к таким условиям за 10 дней она уже привыкла. И кажется, что только кот понять не может, что происходит. Он то и дело ищет, где потеплее. Хозяйка шутит, бедняга к заполярному лету пока не привык. Мойка посуды для хозяйки этой квартиры оборачивается настоящим испытанием, а точнее испытанием для ее рук. В квартире система отопления полностью холодная, соответственно, вода такая же. Впрочем, здесь уместнее употребить эпитет «ледяная», поэтому вот без таких медицинских перчаток помыть посуду, ну, практически невозможно. В детских садах ситуация не лучше. Детей одевают как можно теплее. Колготки, сверху еще одни, только с начесом. А на тело вязаный свитер. На градусниках едва допустимая по санпину температура. Использовать обогреватели запрещено, но воспитатели все равно идут на необходимую хитрость. В детском саду холодно. Ну, мы, конечно, нагреваем, пока детей нет в группе, мы нагреваем. Дети в группе, мы обогреватели не носим, без них никак нельзя. Находиться в таких условиях, уверяют воспитатели, для детей очень опасно. Необходимо срочно запускать котельные. Директору по КТС глава города дала устное распоряжение. Необходимо подготовить к запуску все 17 тепловых установок. Спустя несколько часов котельные постепенно начали приводить в рабочее состояние. Мной была команда дана структурным подразделением, что сегодня, чтобы сегодня начали подключение котельных. Однако большая часть города до сих пор продолжает жить без тепла. На предприятии по КТС заверили, что это дело времени. Плавное включение продолжится до четверга. Нагреются радиаторы в квартирах жителей поселка Искатели. Но когда именно, вопрос остается открытым. Здесь главное, говорят специалисты, чтобы одновременный запуск всех котельных не спровоцировал аварию на теплотрассе. Олег Танзейский, Леонид Шишелов, Александр Дуркин. Телеканал «Север».